Талдыкургане в экологическом субботнике приняли участие школьники. Младшеклассники вместе со своими родителями установили на деревьях скворечники. Теперь учащиеся будут ухаживать за ними. Ну а взрослые принялись за уборку территории города. По области ЧТСУ в акции приняли участие 25 тысяч человек. Студенты, школьники, волонтеры и работники различных организаций. Всего по региону высажено 7 тысяч саженцев, вывезено 8 тысяч тонн мусора. Мы сегодня всей семьей приняли участие в субботнике. Это наш родной город, и мы должны содержать его в чистоте. Поэтому каждый из нас должен с любовью относиться к окружающему миру. На следующей неделе мы уделим внимание на покраску малогабаритных форм. Это у нас скамейки, урны, беседки. Также будет внимание обращено очисткам прибрежной зоны. Третья неделя у нас будет обращение на зеленые насаждения.